Запись производится на конкурс «Дети читают стихи для лабиринт уроков». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Валиана, мне 11 лет. Я вам расскажу стихотворение моего любимого поэта Сергея Михалкова. А что у вас? Кто на лавочке сидел, кто на улицу глядел, то ли пел, Борис молчал, Николай ногой качал. Дело было вечером, делать было нечего. Галка села на заборе, кот забрался на чердак. Тут сказал: ребята, Борь, просто так. А у меня в кармане гвоздь, а у вас? А у нас сегодня гость, а у вас? А у нас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, а если сбрутся, не хотят. А у нас на кухне газ, а у вас? А у нас водопровод, вот. А из нашего окна площадь красная видна. А из вашего окошка только улица немножечко. Мы гуляли по Неглинной, заходили на бульвар, нам купили синий-синий призеленый красный шар. А у нас огонь погас, это раз. Грузовик привез дрова, это два. А в-четвертых, наша мама отправляется в полет, потому что наша мама называется пилот. С лисеньки ответил Вова, мама Ляша. Что ж такого? Вот у Коли, например, мама милиционер, а у Толи, у Веры, обе мамы инженеры. А у Лёвы мама повар, мама лётчик. Что ж такое? Всех важнее, сказала НАТО, мама вагоновожатый, потому что до зацепы водит мама два прицепа. И спросила Нина тихо: разве плохо быть портнихой? Кто трусы, ребята, вообще? Ну, конечно, не пилот. Летчик водит самолет. Это очень хорошо. Повар делает компоты. Это тоже хорошо. Доктор лечит нас от кори. Есть учительница в школе. Мамы разные нужны. Мамы всякие важны. Дело было вечером. Спорить было нечего. Лиза меня посмешила вообще в этом конце. Да что-то я не поняла, подожди.